Добрый день. Сегодня у нас будет очередной типа анбоксинга. Как это назвать, даже не знаю. Вот такой чемодан купил недавно за 2000. Что это такое? Это ИЭ 6020 или 606 тысяч. Так, ну вот двойка, вижу. Нет, или 4604. Я не пойму, какая цифра. 85-й год. Я думал, начало 90-х это делал, это 85-й. Вот. Комплект не полный, сразу скажу, что это такое. ИЭ-6021. Вот здесь сверху написано. Так, сейчас. Начну сразу. Какой дебил придумал такие вот защелки? Вот, сейчас видно вам или нет. Здесь вот колесик, ну, типа такой. Вот здесь вырез вставляется, и оно задвигается. Во-первых, вот оно закрыто, вот так, так вот оно открыто, в глаза не бросается. Если вот, ну, вот, который вот такой, вот сразу видно, открыт-закрыт. Допустим, он у вас лежал где-то, вы его можете не заметить, схватили, все, вывалилось. Дальше, лежал, ехал в машине, тряска, вытаскивать, все, вывалилось. Вот чуть-чуть ящик старый, чуть-чуть крышка вниз ушла, не держит. Вот, ну, слава богу, нашлась веревочка, мне завязали его. Чемодан довольно тяжелый. Вот чемодан не помню. Такие наборы продают по разным ценам. До 15 тысяч кто-то хотел за такой. Так, ага, вам почти ничего не видно. Так, сейчас, ребята, давайте паузу. Так, вот получше будет видно. Будем разбираться. Вот, в комплекте должна быть дрель специальная. Вот, но ее нету. Что там за дрель? Она до. Чем она интересная, родная дрель, она до 7000 у нее должно быть оборотов. Вот. Здесь я. Кстати, я в то воскресенье, сейчас тоже воскресенье, видел на блошином рынке, по-моему, такую дрель, но я, ну, еще не знал, куплю, не куплю. За сколько куплю, полный комплект его, говорите, не видел. То есть я сейчас даже точно не знаю, что здесь есть, чего нет. Продавец тоже. Вот, к сожалению, нет ни инструкции, ничего. Вот есть какие-то фанеры неродные. Может быть, чего-то кроме дрели еще не хватает. Сейчас будем разбираться. Так, вот, я не знаю, все ли здесь родное или нет. И откуда оно, и для чего. Вот это вот выглядит как неродная штука. Честно скажу, прямо и честно. Вот, на мой взгляд, мне кажется, это, знаете, что это вот какой-то диск отрезной с этого, как они называются, ага, он еще и не той стороной навинчен. Вот сейчас. На железной дороге рельсы не режут. Там вот они больше посадочный размер. А, вот здесь что-то даже, по-моему, написано. Вот он. Что-то 300. 3 зе 37 БУ или 376 У2. Вот. Ну, сюда еще прокладочку. Ну вот это просто выглядит очень, так скажем, по-самодельному. Вот, возможно, так. Но если не родное, то пригодится. То лучше я купил. Чем больше чего-то. Так. Что у нас это? Видите, все грязное в паутине. Так. Такое ощущение, что еще и подшипники дохлые везде. Так. Кстати, какую-то похожую вещь я сегодня видел на Хитро. Ну, не совсем такой. Так, ладно, это. Давайте будем. Вот такая штуковина. Ну, это, видимо, для пилы. Что вот я так смотрю. Это пильный. Так, это что? Это какой-то кулек. С дохлым пауком.
не кулек, или кусок пленки. Рваный кулек. Так, ладно, будем туда класть на тихо. Так, здесь что у нас? Ага, крепится, выставляется. Это, видимо, тиски. Потом, чем хороши, интересно. Здесь угол задается, соответственно, можно что-то делать под углом. Так, бумажка пустая. Так, какой-то кожух. Дальше что у нас тут? Опа-це. Что-то, по-моему, я влип, ребята. Я не вижу основной штанги, на которой все это крепится. Это штуковина, я понимаю, что такое. Это этот сверлильный станок делать. Вот так вот ставится, и оно здесь закрепляется. Дрель. Это будет сверлильный станок. Так, он ходит он или нет. Ну, тут надо все это мазать, вот, пылесосить. Пауков-то тут. Так, пружина есть, значит, все ходит. Смажем, будет ходить. Ну, надо глядеть. Ну, считайте, вот одна вот эта труба-то я, ладно, найду. Уже она стоит около 700. Тесочки, считайте, это еще деньги. То есть 2000 оно стоит того. Так, это, видимо, ставится так. Так, либо какой-то еще параллельный. Вот упор. Параллельный, как сказать-то. Так, линейка. Еще угловая. Можно использовать как этот. Почему бы и нет, надо проверить. Вот. Ну, допустим, надо нам сделать. Так. Вот, я думаю, видно вам. Для распиловки еще чего-то. Хорошая вещь. Дальше что у нас? Ага, это какие-то вот. Крепежка. Я думаю, это сот от для пилы, для пилорамки. Но если это такой стол, то в принципе он не такой уж и маленький. Даже, наверное, можно что-то неплохое сделать. А, ну вот это вот то, что, видимо, оно как-то все-таки лежало по-человечески, это что со временем сломалось. То есть, давайте, сейчас. Ладно. Вот. Так, что у нас такое? Это... Вот сюда должно закрепляться. Это у нас задняя бабка получается. Так вот ее. Оп, встала. Здесь сейчас затянуть. И это у нас задняя бабка. Она вот выходит, как говорится, входит и выходит. Он у нас входит. Так, конус я видел где-то. Должен быть, если по дороге не потерял. Вот это задняя бабка. Ребята, если я забыл сказать, вы, наверное, еще и не знаете, что это такое. Опа, это как будто накатки какие-то. Ну, сомневаюсь, что это накатки. А, это, наверное, это этот. Посмотрим, это похоже, интересные ролики, то есть насколько они прочные. Но я думаю, это вот закрывать пилу. Ну, мне так кажется, это должно быть, чтобы она, если при разлетании, не попала. То есть вот сюда куда-то. Ага, это освободили. Ага, вот она, но да. Так, это крепится, это сейчас.
Возможно, оно не той стороной стоит, или я их не той. Как оно должно так ставиться? Нет, оно как-то... Сейчас. Ну, вот оно. А вот. Все получается. Вот оно. Вот так вот ставится столик, задается угол. Столик небольшой. Так, где этот может ехать? Вот так вот должен. Ну, так, ну люфты есть, но для каких-то простеньких вещей вот запиливать под 45. Отличная вещь для маленькой мастерской. Так. Давайте это мы... А, можно, вот с двух сторон оно есть. Так, давайте. Диска нету, ну, диск... Можно, сейчас еще поищем, что есть, что нет. Еще одна бабка. Так, вот это. Соответственно, они крепятся две, сюда должен что-то крепиться, может, дрель. И все это зажимается, получается станок. Токарный. Дальше, что это такое? Ага. Вот, либо тот стол, либо, я думаю, тут он не для этого, а вот для этого он. Вот он. А, да, это вот для пилы. Это выставляем мы... Что? Точильный, вместо того стола можно поставить вот этот. Также задается, как видите, угол. Вот этот и вот этот. И сюда шлифовальный круг крепится. Туда можно. Ну, такое ощущение, что его нету. Так. Куда-то крепится защитный экран. Пока еще не знаем, посмотрим. Вот. Планшайба. Навинчивается на что-то. Дальше, что тут? Это родное, не родное. Так, это то ли меховая, это шлифовальная, то ли это кто-то сшил для хранения. Ага. Так, вот есть наждачка для шлифования. Как раз туда можно, видимо. И вот два пильных диска. Так, 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 либо туда, вот, либо вот сюда, в эту, как раз, по-моему, такого же диаметра. Вот, с зуб побольше и с зубом поменьше, так что диски есть. Ну, диск, ребята, вылет небольшой очень. Какие-то, скажем, фанеру разрезать, дерево-плиту какую-то, ДВП, ДСП. Вот, и зуб вот такой, более частый. Зубья, кстати, точенный, хороший, острый. Ну, вот две наждачки круглых. Так, это... Вот. Давайте мы их завернем. Завернутая открытка СССР. Фигово, если трубы нет основной. Но я телефончик сохранил, я позвоню, паренек хороший человек. Это, ну, приятно осталось. Бывает, знаете, купил и как-то думаешь, лучше бы не покупал, лучше бы купил два раза дороже, но у другого человека. Тут был очень хороший продавец, приятный в общении. Вот, это может быть, я не знаю, вот, то ли это сами сделали для этого, то ли это, вот, как я уже сказал, можно надеть на планшайбу и полировать, намазать пастой.
планшайбы-то с отверстиями. Так, что у нас тут? Щетки для дрели, которые нам не продали. Вещи хорошие, но... Так, дальше. Ага, вот он. Подвижный конус. Не как вращающийся. Так, вот у нас задняя бабка. Мы его можем, вот как вы видите, выдвигать, вращать. Тут подшипник. Все просто. Так, что еще есть? Ага, есть трезубец. Либо планшайба, либо трезубец. Вот. Так, бумажки, кроме какой-то гадости, какого-то насекомого больше ничего нет. Куда ее? Дальше. Что у нас? Еще какая-то грязь. Ага, это у нас скрепится. Что? Я так понимаю, вот оно, подручник. Такой вот. Крепим. Ага. Вот он сейчас. Крепление простое, но все гениально просто. Вот подручник. Вращается, движется. Так, оп. Вот это самая, наверное, интересная вещь. Надо ее проверять, насколько она работает. Это, как вы видите, рубанок электро. Так, что это? Так, это вот какой-то кожух у него. Но тут что-то, по-моему, надо прочищать, мазать. То есть, есть какие-то сбитости, заусенцы. Как-то крутится он, прямо скажем, не особо. Вот, это надо разбирать, смазывать. Так, тут у нас что? Ага, это если нам четверть выбирать. Вот. Вот это вот приспособа. Так, где у нас регулировка высоты, строгания? Так. Ага, вот она есть. Где-то вот здесь вот это как-то ходит. Ключом. Вот, ну это надо все сейчас чистить, мазать. Вот, то есть это еще у нас может быть как... Вот так вот оно все-таки закрепляется. И как строгальный станок. Чик, вот он сюда уходит. Ну, кстати, не знаю, интересно, любопытная довольно вещь. Устройство, если он его не бьет. Вот. Что он закрыт в таком состоянии. Вот. То есть практически можем... Дрель закрепляем и понеслось, как рубанок использовать. Но рубанок я купил себе по весне. Давай. Что еще у нас есть? Вот такая вот штуковина. Задает угол. Для рубанка она, может, для рубанка. Вот. То есть такая вот штука. Тут вот выбрано для чего-то. Не знаю. Пока. Дальше. Струбцина. Ага, я волновался, что их не видел. Если они нет. Крепится это устройство к столу, получается. Когда. Вот. Так, дальше. Что вот это такое?
похоже на какой-то этот горбатик от рубанка. Ну, не горбатый, и рубанка здесь нет. Что? А! Это все понятно. Это вот сюда. Да. Нашли применение. Так, что еще мы видим в комплекте? Резцы. Резцы точить надо. То есть не резцы, маленькие. Ну, резец, да, токарный. Стамеска. То есть, как раз я... Так, чем я буду пользоваться? А трубы нету. Вот, ребята, такая фигня. Вот, отвертка. Ну, отвертка. Из комплекта, не из комплекта. Так, вот такая вот. Такой, по-моему, откуда-то отломана здесь. Ну, отломана так и отломана. Вот. Дальше что? Ключ такой вот. Рукоятка пластмассовая с какими-то разводами под дерево. Ну, прикольно. Такой ключ, такого ключа у меня не было. Хорошо, что есть. Дальше что у нас? Какой-то вот тут пробка, крышка. А, ну еще давайте, вот и второй подручник, подрамник, не подручник, если это. Tool rest называется по-английски. Так, это для тут пилы, все понятно. Можно, видимо, поставить два диска через шайбу и, соответственно, выбирать по... Ну, делать, скажем, такой же ящик. Еще один шиповым соединением. Вот это, чтобы оно все не валялось, должно вот так быть. Какой-то шпынек. Вот, но она вся сломана, здесь так она на деревянных ножках. Так. Какая-то шайбочка. Вот. Ну, шайбочки вещи нужны. Так. А, еще, видимо, здесь был поролон. Вот он. Остатки. Ложка от детского этого набора. Стамеска полукруглая, кстати, полезная вещь. У меня в хозяйстве не было стамески полукруглой. Бумажки. Так, это какие-то... такие металлические, это что-то, видимо, нужное, потому что их несколько. Ну, вот вопрос от чего. Так. Нога. От какого-то детского чего-то. Дальше что еще? Вот такой вот какой-то... Ну, не ту ось, не ту какой-то вот переходничок. Так, соответственно, давайте думать. Должно быть, я так понимаю, раз вот это у нас тиски, они для сверлильного станка. И они вот в торце сделаны. Так, давайте сейчас мы открутим. Ну, следовательно, они должны закрепляться могут только вот так. Да, значит, должна была быть какой-то кусок трубы сюда и труба, которая идет вверх. То есть дальше две должны быть, видимо, трубки. Одна коротенькая. Дальше. Что еще можно сказать? Была, ну, если полный комплект... Дрель должна быть какая-то.
все, тут пауки, это грязь, кусок проволоки. Вот такой вот я купил наборчик. Вот, ну что, надо сейчас, наверное, нажму паузу. Ну не паузу, буду отключаться. Почему? Потому что, ну все, в принципе, умыть, пылесосить. Так, вот еще какая-то проволочка. Проволочка, просто проволочка. В чем еще теперь проблема? Непонятно, вот здесь вот такое вот соединение. А, наверное, вот оно все. Нет, он бьется. То есть я думал, может он вот этот вот сюда вставляется и в патрон. Ну вот, кстати, похоже на то, что это вот отсюда. Да, мы можем. Угу. Так. Что-то не так. Или надо широкое. Странно. Вот, ну ладно. Кстати, еще пока обратил внимание. Здесь вот это вот торчат в наклоне. Ну, то есть вот сюда наклонять можно. А сюда начинает он. Вот. То есть здесь вот они спилены, углы. А почему эти углы не спилены? Для меня загадка. Вот которые торчат. Вот. Так, давайте еще. Вот. Тут такое ощущение, что подшипник еще разбит. Похоже на конус. Надо померить. Но вот это сюда не влазит, как говорится. Гайка. То есть вот она то ли не родная, то ли так делали. То есть вот типа вот этого шпинделя. Так-то он похож, что вот это сюда закрепляется. Дрель, допустим, вот она вот так вот сюда рядышком. Так вот она на трубе и все стоит, держится, соответственно, туда передается. Ну, значит, понятно, сюда надо просто вот такого типа шестигранника нужно выточить, либо это. Но я сейчас еще, как сказал, уже надо позвонить, узнать, может, все-таки трубу мне отдаст. Я не думаю, что она ему сильно нужна, просто, возможно, ей что-то еще делали. А так все на месте. Вот. И возможно, еще должна быть коротенькая труба, потому что я вот немножко не понял, как вот при сверлении должны. То есть вот, вот это вот стол. Либо какая. А, все, я понял. Я не прав. Второй трубы нету, оно вставляется вот сюда. Все понятно, спасибо. Дошло. Труба одна вот делается вот так. Это вот это, сюда труба. И вот оно вращается под углом. Ну, интересное устройство. Прямо скажем, можно что под углом зажать заготовку, сверлить. Итак, что у нас получается? У нас получается солильный станок. У нас получается пилорамочка такая небольшая, пила настольная. Вот, ну можно, наверное, туда вставить и какой-нибудь диск алмазный, плитку резать. Ну, не знаю, по оборотам я плитку не резал, не знаю. Дальше, что у нас получается? У нас получается фуганок небольшой,
Дальше, токарный по дереву. Вот, он еще должен быть как точильный станок. Вот, возможно, все-таки он как точильный. Вот сюда просто это уже сами сделали, потому что что-то она как-то... Вот такая зажим. Вот, в дрель закрепляется. И тут, ну, если корок поменьше, соответственно, какой-то вот из этих подрамников может быть. Что вот, скажем, я вот не понял пока еще вот этот, к чему крепится и как. Потом мы видим, что он вот. Что это оно? То есть, вот это вот ходит, оно к чему-то привинчивается. Может быть, к пить. А, я думаю, оно должно куда-то сюда крепиться. Ну, мне так кажется, потому что по ширине. Да, и задавать, соответственно, уголь. Как-то вот. Да, это вот, видимо, отсюда. Хотя... А, ну вот, 90, да, и 45. Логично. Но куда она здесь крепится, что-то я пока не вижу. Что-то я не вижу. Вот, ну, надо сейчас это еще подумать, полазить в интернете, поискать. Пылесосить все это и тогда уже разбираться. А вот нашел я. Нет, это не сюда. Вот так что со мной все, наверное, все не расскажешь. Вот это вот сюда, вот они, видно их, это вот сюда задает. То есть можем, ну, стачивать под углом. Вот, так что я правильно сделал, когда я весной покупал рубанок. Я хотел, думал, который крепится на стол, что-то не купил. Вот, значит, мне он теперь и не нужен. Этот и шире, по-моему, чуть-чуть. Да, этот шире. И вот с прибамбасами. Ну, считайте, как сказать, вот за такую цену, в принципе, да. Если, опять же, вы не профессионал, иногда занимаетесь, то хороший наборчик. То есть вот можно, то есть вот для каких-то таких вот мелких вещей, шкатулочки, если иногда делаете, вот дощечки, отфуговали под нужным углом, запилили на нужный размер под 45 градусов, выбрали паз, сделали, допустим, вот, ну вот, ну, вот такое соединение. Вот, выточили какие-то там рукояточки, ножички кругленькие на токарном. Так, это куда крепится. Вот, тут система должна быть еще вроде как точильный камень ставится. Ну вот мы если предположили, что это все-таки родное от него, хоть, ну, может быть и от него, может и не от него. Что диск болтается, может быть, тоненький как раз камешек и ставился. Угу. То вот есть здесь защитный экранчик, видимо, я так думаю. Ой. Так, вот это, ага, осталось вот эти еще у нас непонятные вещи. Ну вот это вот над пилой похоже. Вот это как защитный какой-то кожух. Сейчас мы, я думаю, тоже найдем к чему. Вот это вот, по идее, должна вот... Ага. Нет, она сюда не проводится. Ну вот она как раз по ширине этого. Как она крепится, не совсем ясно.
То ли она вот вместо каких-то этих колесиков крепится и вот так вот. То ли наоборот колесики, чтобы под них закатить. То ли они как шайба используются. То ли это вообще не родные. Нет, колесики крутятся. Это не колесики, это гаечки. Так, так. Вот, ну, еще раз попытаюсь сказать до свидания. Вот, сейчас скажу до свидания. Потом сниму, буду снимать отдельные видео по конкретным уже, допустим, токарный сделаю, на токарный поточу. Ну, дрель у меня обычная, хватит ли скорости. Ну, вот поглядим,